Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. 24-й день. Ням-ням-ням. Давайте кушать. Утиный ужин. Каждый раз не кормим. Покушают, попьют или клюв помоют, что делают? Ради пьет. А? Ради пьет или клюв моют. Клюв моют. Они клюют, клюв умыют. Чистенький. С чистеньким клювиком. А может разбавляют, не знаю. Запивают. Час, наверное, только не ели-то. Или даже меньше, чем час. Я забрала у них лисочку. Вон летает-то. Ух, выглядывает. Ну, вот тут хочет съесть. Бачок-то поменьше. Крупноват, наверное, бачок-то. Какие хорошие. Какие крутые. И был на лошади. Погляди-ка. Вот что это вот так вот голодовать? Сейчас я добавку принесу тогда. Смотри-ка, выбрасывает кубочек. Растут заметно, прям заметно прибавляют. Голдом, что ли, их заморила. Вот буквально где-то, мне кажется, час не прошел, как я убрала миску-то. Говорят, что их два раза в день их надо кормить после месяца. Им уж месяц, наверное. Ну да, наверное. Что не то, около месяца. Если им было, когда нашли, когда спасли сколько? А? Может, дней 5. Сейчас 24-й, 28-29 дней. Может, месяц. Посмотри, собаки сголодовались. То что это такое? Прям мне жалко. Все время еда доставалась, а тут вдруг как будто без того, что все подчистую. Я обычно сразу менее. Я тут убрала на какое-то время месяц лет в море. Батюшка, малышка, сейчас я вам поменяю. Маленький.
Ладно, аппетит хороший, значит, будут жить нормально. Там главное, аппетит хороший. Сейчас я вам добавку принесу. Все отходит. Он уже один побежал. И к ряске. На третий ряска. На десерт ряска. Опа. Маленький остался, да? Угу. Ну вот так купается. Купание после обеда. Вот за добавкой пришел. Так и живут утята. Всего хорошего, подписывайтесь и до завтра. До свидания.